цена на овес в прошлом году была низкая, что создало проблему в площадях посева для крестьян, потому что им стало невыгодно его сеять. Продавать по 4,50, когда пшеница там уходила к 13-14 рублям, понятно, что каждый, это его бизнес, он строит его из экономической эффективности своего бизнеса, структуру посевных площадей. Естественно, что они начали урезать вот эти культуры, которые экономически невыгодны.